Всем привет, ребят! Сегодня мы поиграем в Build Battle Team, со мной сегодня Дима. Всем привет. Мы строим музыку. Музыку, а... Рояль, гитара... Нет, у меня при слове музыка возникла сразу такая картинка, в общем, нотная строка и на ней ноты. Давай я рояль построю. Рояль? Я думаю, рояль сложнее строить, слушай. Ну да. Ну, в принципе, что там, коробочка и клавиши. Ну да. В общем, как мне тебе помочь? Просто застраивать это? Не-не-не, там сейчас... Блин, надо контур просто сделать какой-то определенный, от него уже отталкиваться. Окей, то есть он как-то идет, сворачивает с извилинками. Нифига, ты... Лучше пианино построили бы обычный ящик, и все. Нет, некрасиво. Некрасиво? Ну, слушай. К каждому свое. То, что может построить, то и строит. Все, мне можно уже как бы немного помочь вам? Да, надо еще две ножки. Две? Нормальная форма. Форма, вроде, слушай. Да. Я роялев-то в жизни, теперь, по-моему, ни разу не видел. Теперь давай просто поднимать стенки. Тогда. И насколько мы их поднимем? Не знаю. Я еще не придумала. Блин, не думаю, что рояль должен быть больше, чем таким. И надо будет педальки какие-то сделать, присобачить. Ну, это-то да, но... Блин. Все, здесь поднимать не надо, здесь будут клавиши. Клавиши чего-то надо. Их придумать, сделать. То есть, как бы человек сидит здесь, да? Да. Окей, это уже... Там педальки надо сделать. Педаль. Ты предлагаешь заняться этим мне? Да. Да? Я не знаю. Блин, педальки. Как? Из тех же блоков, как думаешь? Или, ну, они обычно какие-то золотые там? Ну, сделай золотые, какие-нибудь серые, не знаю. Прей фантазии. Господи, если тебе не понравится, я просто, знаешь, что с собой сделаю. По идее, три педальки, да? Ну, у пианино три, не знаю, как. Ну, попробуй три. Пускай вот, смотри, три. Я сделал. Ну да, надо сделать еще подъемы, типа. Отъем. Они же не просто в воздухе. Слушай, я рояль ни разу в жизни не видел, я тебе признаюсь, просто. Серьезно, не помню в своей жизни. Ну, печальков тогда. Ну, серьезно, я не представляю, где я мог рояль увидеть, только, не знаю, по телеку где-то. Ой, слушай, клавиши прикольные. Так, нам надо что-то сделать, какую-то нотную бумагу, тетрадку. А слушай, да пусть они просто так стоят. Давай их... Хотя это стрёмно немного выглядит. Что ты сказала про нотную бумагу? Ну, надо какие-то ноты придумать. А есть particles, типа ноты, и мы их тоже задействуем здесь. Вот. Нет, давай я просто педальки попробую доделать. Или стоп, здесь же мы все будем закрывать, да, вот это пространство? Ну, внизу нет. Нет смысла париться, потому что снизу никто смотреть не будет. А вдруг? Ну, окей. Так, понимаю, только сверху закроем. И нет, сколько... по-моему, слишком высоко. Надо будет крышку какую-то сделать. Как они вообще открываются? Боже мой, кто кашляет на фоне? Так, ладно, на крышку забей пока, окей. Это детали такие, мне кажется, на них никто внимания обращать не будет. Нет, всё. Знаешь, он же типа открывается. Ну... А если он будет открытым, то там снизу понял. Тоже придется сделать. Да, я понял. Ну, это зашквар, давай сделаем закрытым. Нет. А как я ты открытый? Я хочу открытый. А как ты это сделаешь? Тогда, по идее, у нас внизу там струны натянуты. Ой, да зачем? Давай просто... Сколько? У нас есть еще 3 минуты. Я просто ступеньки здесь поставлю и буду смотреть, как ноты. Ой, как струны. Как думаешь, нормальная идея? Просто вот... Ступеньки? Вот так вот. Нет, стоп, ниже. Вот так вот. У нас такие клавиши, они что-то как-то сливаются тогда, получается, и что-то как-то странно. Другим цветом делать или что? Ну, или с цветом другим, или просто тупо закрыть там все черным и не париться. Окей, черным, так? Черным. На каком уровне только? На самом нижнем? Ну, вот так, да, вот? Не знаю. Ну, слушай, а кто тогда знает-то? Ты у нас главный архитектор, не я. Архитектор Мосби. Именно он. Давай. Доделал. Я почти доделал свою работу. А нет. А нет, лол, тут еще до хрена.
Две минуты остается, и... Че, не будем струны делать? Нет смысла париться, мне кажется. Вот, я сделала крышку, вроде нормально. Сейчас зацени, подожди. Сейчас мы придумаем, у нас еще есть пару минут. Можно нитки сделать. Давай, да, нитки сделаем просто. Нет, не охота, чтобы там что-то яркое было, потому что и так там очень темно. Этих ниток, мне кажется, просто будет не видно. Давай из песчаника сделаем тогда ступеньки. Из песчаника? Я сейчас посмотрю, давай, как это смотрится. Поставь парочку. Да, отлично смотрится. Просто сейчас все заделаем этим песчаником и... И как раз, в общем, время кончится. Ну да. Ну и партиклс добавить там, типа, вечеринка. А там есть какая-нибудь спокойная, не знаю, типа... Нет, там нотки. Они будут, типа, летать. Ага, все понял. А у нас еще стула нет. Думаешь, он нужен? Ну, слушай, чувак, который будет играть за нашим роялем, может и постоять, в принципе. Мне кажется, так. Мои ножки, то есть мои педальки, стрёмно смотрятся. Может, давай еще осталось 40 секунд, мы что-нибудь придумаем нормальное. Надо от них сделать вверх, типа, они идут. Будут смотреть, как будто... Господи. Окей. Это смотрится стрёмно. Но выбора нет, осталось лишь 30 секунд. И, в общем, смотри, что я сделал. Это смотрится стрёмно, Марин, это... Ой, господи. Что там? Ты посмотри на ножки. Сойдет, нормально, все, мне нравится. Ну, в целом, неплохо. Даже совсем неплохо. Хотя, вот и... стул бы вообще дополнял бы композицию нашу, ну ладно. Ну, мне нравится наш рояль. Да, очень. Надо было раньше думать уже по этому поводу. Ну, как будет, как в прошлый раз, нам понравился, на самом деле займем там 10-е место. Это что, это музыка? Это прикольно. Чувак, который... Поет, и почему у этого чувака нету ручек? Я какашечку поставила. А нет, у него поставила. Были маленькие. Вот смотри, ноты. Ты музыка. Хотел такие ноты? Да, я вот такие ноты хотел. Нотный блок. Прям в точь почти. Ну я поставлю окт, как будто тут... Я ничего не успел поставить, я только потянулся. Пластинка и очень маленький нотный блок почему-то. Да, проигрыватель. Ему просто это в пол вдавили, он в текстурах. Ой, это что такое? Это дастеп, походу, это наркомания какая-то. А там что-то написано, по-моему. Да. Fuck, poop. Было написано. Не, наш рояль, он лучше. Наш лучше. Нет, он лучше, но... Я поставлю ок. Это достойно. Это было классно. Девка, смотри, тут девка. Мне показалось, что это у них зубы. Это рот и зубы. Зубная гармошка. Я поставлю гуд, мне нравится. Я тоже поставлю гуд тогда. Зубы. Это кто? Это он поэт. Он играет на мече? Господи. Это... Смотри, он на колено встал перед мечом. Это гитара вроде была. Окей. Гитара, ты вот гитара. Это вечеринка. Что не очень. Ну, а на я вот поставлю. О, наша. Я в рояле появилась. Наша. Мне кажется, у нас клевый рояль. Ну, смотри, нам как бы ставят гуд. Надеюсь, good. Мы наберем много классов. Эпик поставили, вот вижу. Эпик? Огонь, да. Почему пластинки в серединках дырявые? Очень большие чудо дырки у них, на самом деле, не меньше. Окей. Нет. Это типа короли там. Мне не понравилось. Дудка и балалайка. Это не good. Дудка. Блин, ну прикольно сделали вот этих чуваков. Еще тогда просто ребята. У них глаза, блин, огромные просто. Это типа гитара? Китайская какая-то. С Алиэкспресс. Две струны. Это пупочек. О, ну второе место, неплохо. Ну наш рояль лучше, ребят. Вот вы напишите в комментариях обязательно, что наш рояль лучше. Смотри, если взять наш рояль, взять вот этого чувака, то просто это... Было бы эпик. ГГ-изи было бы. Да. Если вы впервые, ребят, на наших каналах, то обязательно подписывайтесь на мой канал. На канал Димы. Да. Подписывайтесь. На Марину подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. Пока.